Сегодня день святого Фанурия, и все паломники, начиная с Хани, идут к церкви. Церкви святого Фанурия, ну и мы присоединимся. Святой Фанурий — это ищущий. Особенность церкви святого Фанурия — то, что благодарность после того, как какое-то чудо сотворится, люди что-то найдут, благодарность, люди несут пироги, называется Фанурий Пита. Вот, и сейчас мы увидим, сколько пирогов принесли. Ну, икону святого Фанурия вынесли наружу. Со мной в поездке были туристы из Исландии. На экскурсии они заметили, что потеряли карту-ключ от отеля. И вот они попросили святого Фанурия помочь найти их карту. Позже, по приезду в отель, они мне сообщили, что карта нашлась. Все, паломники идут.